Россия готова работать со всеми, кто борется с терроризмом, и это принципиально важно для урегулирования ситуации в Сирии. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров на встрече в Москве с руководством турецкой прокурдской партии «Демократии народов». Ее сопредседатель приехал немного снизить градус накала российско-турецких отношений. Он убежден, что из-за внешнеполитических просчетов Эрдогана народу страны приходится расплачиваться благополучием и деловыми связями с Россией. Одной из центральных тем на переговорах станет ситуация на Ближнем Востоке. По итогам переговоров этих с Лавровым в Москве может быть открыто представительство этой прокурдской партии. Политологи говорят, что этот ход Москвы заложит мину замедленного действия под неоосманской планы Эрдогана самым болезненным для него курдском направлении.